Любовь в словах этих ребят к родному языку уже ощутима. Благодаря таким сценкам и спектаклям они не только пополняют словарный запас, но и учатся формулировать предложения. А еще начинают больше дружить, поддерживать друг друга на сцене. Юные актеры в настоящих костюмах. У каждого своя роль и набор слов, что накладывает определенную ответственность. А еще это очень увлекательно и интересно. Треба развивать нашу белорусскую мову. Коли мы ее не будем ведать, мы не будем мать никакой родимы, никакой спадщины. Тому с детками мы и размовляем, и развиваем ее. Гуляем у рухомые гульни, гуляем дидактичные гульни на белорусской мове. Ставим такие постановки, читаем казки, размовляем, беседы ведем разные. И детям это вельми на великую радость, приемно и цікаво. Воспитательной развивающей работе в 80-м детском саду отводится особое внимание. Понимая, насколько важно дать шанс раскрыться каждому малышу, воспитатели придумывают мероприятия разного формата, с привлечением родителей. Например, каждая вторая неделя месяца в учреждении белорусскоязычная, а на занятиях дети знакомятся с народными традициями. Еще есть уроки безопасности, творческие занятия и, конечно же, спорт и обучение правилам здорового образа жизни. Якость дошкольной эдукации зависит от якости всего того, что окружает наших детей. Шимены гуляют, у яким осяроде находятся. Тому кожная группа у нашей установе мае свой интерьер особистый. Ну а выхавальник, как соправный господар, оформляя, обсталевывая для своих выхованцев. Еще хочется отметить, что особую роль у развития, у значения истории, у развития белорусского мовления мае мини-музей, який існує у нас уже несколько годов. Ребятам вместе с педагогами удалось воссоздать образ настоящего белорусского дома с вышитыми рушниками, аутентичной атмосферой и народным колоритом. Кроме спектакля, в актовом зале детского сада развернулась большая выставка учебных пособий, методических разработок воспитателей, где подобраны игры для малышей.